Всем привет! Вы на канале Руки в масле. И у меня есть новости для вас. Буквально в эту пятницу мы запланировали небольшой автопробег, а поедем мы на Чунжу. Чунжа – это горячие источники. Это 270 километров от Алматы, в принципе, недалеко. Это, кстати, будет первая поездка на Лексусе. Так далеко я на нем еще не ездил. Ну, заодно посмотрим, как себя поведет машина на трассе. А еще самый главный вопрос – сколько топлива она сожрет? Это очень важно для меня. Для нищеброда, потому что бензин сейчас подорожал, 130 тенге, а машинка, я вам скажу, любит покушать топливо, хорошо, хоть 92-й. Ну ладно, посмотрим, значит, сколько она по трассе ест. Ну теперь про Чунжу. Зона отдыха называется Рахимжан, там есть неплохой бассейн такой, кафешка тоже неплохая, все это отснимем, покажем. В общем, вот фотографии зоны, вот так вот выглядит домик. Вот бассейн, вот, примерно, сейчас покажу, по какому маршруту мы поедем, по карте. Ну вот, собственно, сам путь. Выезжаем с Алматы, едем по Кульжинке, дорога прямая, в принципе, ровная, скучная. Едем, едем прямо, всякие поселки проезжаем, разные, и... Где-то на Щелеке начинается у нас уже автобан. Но длится он недолго, примерно с десяток километров, может быть меньше, точно не буду говорить, врать вам. На Щелеке мы поворачиваем направо и едем до горного перевала Кокпек. Там, в принципе, вверх-вниз, горная дорога. Где-то за Кокпеком будет у нас поворот налево, берем левее. Трасса раздвояется, едем по еще одной скучной прямой дороге, там она, кстати, узкая, и фуры навстречу ходят, немного страшновато разъезжаться. Доезжаем до Чирынского каньона, там тоже всегда прямо, никуда не сворачивая, проезжаем Ясеневую рощу и доезжаем до Чунжи. На Чунже нужно будет повернуть правее чуть-чуть и выезжаем, собственно, напрямую, там будет... Отличный кусок дороги, ну и мы на месте, собственно, красный маркер, это и есть наша зона. Сняли коттедж на 8 человек. Поедем туда на двух машинах, на Лексусе и на Хундай. Посмотрим, как и что. Выезжать будем где-то в часа в 2 ночи, чтобы туда доехать рано утром. Ехать туда часа 4 где-то, если не торопиться. Дорога, в принципе, хорошая, говорят, там все починили. Есть небольшой отрезок. Даже автобана. Посмотрим, что за автобан. Ну, говорят, автобан, который вот Западная Европа, Западный Китай. Даже по нему проедемся, посмотрим. Также, помимо того, что мы там поснимаем, покажем, что как, сколько стоит, какие номера, бассейны, температура воды и так далее. Что там можно покушать. На обратном пути, я уже договорился, заедем в Маловодное. Там живет человек, который у меня купил ипсум. Хотелось бы поснимать этот ипсум. Он там какие-то фишки, говорит, сделал. В общем, пригласил. Еще обещал насыпать полный багажник яблок. Это очень хорошо. Яблоки мы любим. Ну, в общем, заедем, посмотрим, что как. Поснимаем. Будет весело. Так что, кто не подписался еще на канал, подписывайтесь. Ставьте лайки. Увидимся где-то, наверное, я думаю, ну, или в воскресенье вечером, в лучшем случае, если успею видео подпилить. Либо выложу в понедельник. Ну, в общем, вот так вот пока все новости. Пока.